«Назад в прошлое» под таким лозунгом эта канадская семья из провинции Онтарио провела минувший год. В один прекрасный день Морган Патта и Блэр Макмиллан осознали, что их малолетние сыновья все больше погружаются в виртуальный мир и решили положить этому конец. Молодая пара заключила пари, что проживет год, как если бы на дворе был 86-й год их рождения. Надо сказать, что наши отношения изменились. Да, какая простая и забытая радость – ужинать вместе и общаться за столом. Правда, после года такой жизни семья не чаяла вернуться обратно в 2014-й. Это как если бы вы сидели на диете и не ели чизбургеров. Через какое-то время вам их уже больше не захочется, ведь вы привыкли без них обходиться. В течение года технические новинки 21 века уступили место проводному телефону, ламповому телевизору и книгам в кожаных переплетах. Что-то из артефактов 80-х семья решила сохранить.